Короче, друзья сделали компьютерную диагностику, такую небольшую, нашего Форда. Вот у нас Форд Мондео, 2005 год. Тут, значит, можно проверить по всем системам. Там, ну, у нас дизель, то есть проверили по двигателю, не было ошибок. Потом по тормозной системе, по приборке, по климату, коробка передач, тут, наверное, только если автомат, иммобилайзер, подушки безопасности, кузовная электроника, ну и, в принципе, вот и все. Ни по одной из систем ошибок не обнаружено, так что скоро телепортируемся в Украину. Вот такой у нас фордец безошибочный.